Региональный совет учащихся станет площадкой, где ребята смогут выразить свои мнения, обсудить проблемы, существующие в системе образования, и искать пути для их решения, отметила глава управления образования Гагаузии Наталья Кристева. Все, что мы делаем для наших детей, поэтому нам очень важно слышать их и понимать их потребности, их возможности раскрывать. И мы очень надеемся, что вот эта новая структура, она будет функциональной, она будет эффективной и поможет нам совместными усилиями делать наши образовательные политики более интересными, более эффективными. Дети собрались очень интересно, очень креативные, многие полны желания. И наша задача все это сохранить и, конечно, быть всем вместе. Путем демократичного голосования избран председатель регионального совета учащихся Гагаузии. Ею стала ученица лицея имени Савелия Экономова села Этулия Ольга Эконом. Я верю, что мы с ребятами создадим действительно хорошее будущее для учеников нашей Гагаузии. Мы являемся первыми птенчиками данного вопроса. И я думаю, что мы неопытные в этом деле, но мы все вместе справимся. Мы сможем сделать какие-то выводы и двигаться дальше, отталкиваться от первых вопросов, которые появятся, и двигаться в этом направлении. Избраны и председатели комитетов регионального ученического совета. Всего их три. Комитет технологии и медиа возглавила учащаяся лицея имени Николая Третьякова, муниципия Камрад, Анастасия Метеогла. Во главе комитета культуры и досуга учащаяся лицея имени Дмитрия Карачобан, муниципия Камрад, Мария Чебан. Комитет исследований, прав и сотрудничества возглавил ученик лицея имени Гавриила Гайдаржи, муниципия Камрад, Роман Тарлев. У совета есть и свой координатор. Им является Андрей Шевин. Тут они учатся быть гражданами, которые выходят со стен наших учебных заведений. Не просто люди, которые были подготовлены к экзаменам, а люди, которые умеют решать проблемы, люди, которые умеют выявлять проблемы, люди, которые могут дать какие-то интересные идеи, люди, которые приобрели какие-то интересные скиллы и навыки. И моя задача и моя цель — поделиться с ними опытом, то есть каким я имел. И, честно сказать, даже где-то им завидую, потому что они сегодня имеют те возможности, которые где-то не имел я, будучи в школе. То есть во времена наши такого не было. Но сейчас хорошо, что Главное управление образования Гагаузии взялось за этот проект и создала эту очень перспективную площадку. Члены регионального ученического совета разработали план работы на год. В нем различные инициативы, направленные на улучшение условий обучения, проведение культурно-просветительских мероприятий, участие в благотворительных акциях. Очень рад тому, что появился такой орган, как ученический совет, ну, региональный в плане, потому что в каждой школе как бы есть ученический совет, но они решают проблемы местного характера, школьного, ну, каждая школа свои. Это очень хорошо, потому что сейчас мы можем обменяться опытом, позаимствовать что-то хорошее, пожертвовать что-то хорошее. Мы можем помочь другим и также помочь себе. Мы можем сказать о наших потребностях и решить наши проблемы, решить чужие проблемы. Я надеюсь, что изменения будут большие. Я считаю, что каждый ученик должен быть услышан, должен быть понят, и проблема каждого ученика должна решаться. Региональный совет учащихся также будет работать над повышением осведомленности общественности о важности участия в процессе принятия решений, развития демократических ценностей и навыков среди учащихся. Валентина Чубан, Вячеслав Коса, Артем Топал, ГРТ. Новости.